Всем привет! Оператор 112 на связи. Город Москва. Где вы находитесь? Всем здорово! Сегодня будем играть такую замечательную игрушку, как 112 оператор. Сразу скажу, я не живу в Москве и вообще не знаю, как она выглядит. Я вот замечал, пожарная сигнализация сработала. Сюда. Скрыть. Улица летчика. Какая улица летчика? Улица летчика Бабушкина. Ну, такой улицы я не знаю, потому что в Москве ни разу не был. Я знаю, что. Сейчас скажу, что я знаю. Сейчас, подождите. Куртка, я не знаю, где находится здесь Кремль. Это он? Ну, не он. Я не знаю, где здесь находится, честно говоря, Кремль. Вот я вам не скажу, потому что не знаю, реально. Если вы живете в Москве, кстати, зрители мои, то скажите, где находится Кремль? Потому что я реально не знаю, где он находится. Требуется вмешательство, один подозреваемый вооружен, подозреваемый на месте требуется ответственность наручниками местного машины. Подозреваемый вооружен. Сколько человек сообщили, что у него есть хранится оружие без лицензии? Требуется вмешательство, один подозреваемый. Сколько требуется? Сколько требуется? Белозерская улица. 112, what's your emergency? Hey, I need an ambulance. Мне нужна скорая. Адрес. Well, where are you? What's the address? Ясный проезд. I was trying to get my cat down from a tree in my backyard, and I fell on my back. It hurts so bad. I haven't got up yet. Я еще не пыталась встать. Что-то Are you able to get up? No, I don't think so. I'll send an ambulance. Stay where you are. Оставайтесь на месте. Ладно, пожалуйста, скорее. Название. Тебе будет скорая. Возможно, даже пожарная, не знаю. Без пожарной. Упал. Описание. Упал с дерева. Скажите. Такое применение. Описание. Упал. Вот так надо подмечать. Ну-ка, что там? Вывезли! Давай, на базу. Угнали. Погоня подозревается, вмешательство полиции. Сейчас либо этот, но скорее всего это понятно. Когда не завершено. Кстати, а вот это что, в Москве что ли реки есть? Озера? Не знал. Потому что в Москве ни разу не был. Я, в принципе, не хочется. Нравится мне Москва. Даже как и Санкт-Петербург. Мне мой город нравится, зачетно. Нет, а, чётное небо, чёрное небо, даже не смотря. Кто подозреваемый, кстати? Валерий Лещенко. Маска! Последний раз это когда игру играл? Летом еще это было. Валерий Лещенко, нифига у него фамилия. Лещенко. Ну ладно, обычная фамилия. Кстати, прикольно, развороты, завороты. 112, what's your emergency? Приветствую, это Карн Герреслер. Пожалуйста, срочно отправьте полицию в ресторан. Адрес проезд Дежнёва, 24. Меня грабили и пытаются отравить. Первая помощь? Have you received first aid? Нет. Как это произошло? Okay. How did that happen? They gave me a soup that was obviously spoiled. How do you know? Вы это знаете? I felt it. It didn't taste right. They must use some expired ingredients. And the sanitary conditions are terrible here. Санитарных доказательств нет. Доказательств нет.
Полицию в любом случае, немедленно отправляю к вам полиции. Старуха. Тупая. Старуха. Вот так. Скрыть. Тут что тут? Столкновение автомобиля. Сюда дорожный удив... Кстати, я тут, кстати, заметил, что вот пробка образовывается. Тут машины застревают. По-моему, здесь не оштрафовать надо, а кого-то посадить, реально. Ё-моё. Юрий Бондаренко, Иосиф, Антон Быков, Леонора Пахомова, Карен Леслер. Чего имена такие русские? Ладно, Кхархлер, Гэрэмслей. А, там скоро. Но могла кому-то пригодиться. Старуха. Вот это название, старуха. Хорошее название дали, хорошее. Что тут надо? Сценка. Посудители. Опрашивают. Какого свидетеля? Леонора Пахомова. Вот это, скорее всего, виновница. Потому что Карен, это вообще не русская какая-то. Карен, это вообще американское имя. Что тут у нас? Карманная кража. Подождите! Сюда едь! 112, what's your emergency? Алло, мне нужен медицинский совет. Адрес. Can you tell me where you are? It doesn't fucking matter. Да ни хрена не важно. What happened? Что случилось? Давай. I hurt myself with a knife. Я поранился ножом. Accidentally. Случайно. Где рана? It's in the upper. Верхнюю часть бедра. Это же сам себя поранили, Ну, думаю, состояние определить, сами себя поранили, с чужой помощью. Сколько все плохо? Ну, у меня нож в бедре, ощущение, будто он раскаленный, из раны идет кровь. Бывало и похуже, а я получился. Скажите, где вы находитесь, пожалуйста. Я же пытаюсь вам помочь. Боже, какой же ты назойливый. Еще раз спросишь меня об этом, и я повешу трубку. Well, I can't help you by phone, but don't pull нельзя нож вытаскивать из тела, это человек, это... Дебил. Дебил. Это название хорошее. Я мастер давать на желание. Давай, run, run. Ну чё там? Да какая карманная? Определение места звонка. Где? А, еще идет. Что здесь? Давай сюда. Чего все стоят-то? Езжайте! Стоят они! Как можно стоять? Если оно скоро нужно. А, ну же доктор. Копы. Йоо! Ну его кто-то реально пырнул. Ну что, нельзя. Посередине улицы себя... Ты что, ты посередине улицы с ножом кухонным ходишь? Ну или не с кухонным, все равно с ножом что ли ходишь. Дегенерат какой-то с ножом ходит. Все, остановись. Удачи вам там всем. Что это за автобус такой? А, это дорога. Происшествие, что? Требуется вмешательство... Так, кот на дереве. Кота на дереве можете спокойно реагировать. Что у вас случилось? Алло. Мой друг собирается сесть за руль пьяным. Что случилось? Что случилось, мисс? Мы на вечеринке. Он должен был отвезти нас домой. Но начал пить. Остановите его. Вы пытались остановить его, мисс?
Ну, конечно, он совсем меня не слушает. Где вы? Где вы находитесь, мисс? По адресу Енисейская улица. Кстати, у меня Енисейская улица, есть река Енисей. Я кого-нибудь пришлю. Скоро к вам приедет полиция. Пожалуйста, поспешите, пока он кого-нибудь не навредил. Алкаш. Вечи... Я не успел. Так, вечеринка у Децла дома. Вечеринка у Децла дома. На месте, что там у нас? По-моему, он уехал. А, это даже дом. Абонент. Все Василия, они одинаковые с красными масками ходят. Это как? Что тут у нас? Наркоторговец. О, ну это серьезно. Нас хотя бы в России побезопаснее, чем в США будет. У пиндосов проклятых. Вот. Видите, как надо работать? Вот кота на дереве можете спасать или не спасать, то вроде вам репутации не дает, в принципе, это бесполезная фигня. Кстати, никого меня там не ранили. Николай Шпильков. Нифига у тебя кликуха, Шпильков. Интересная фамилия в игре. Проверяемся на базу. Легкий ветер СССР. Северо-северо-восток, по-моему, это называется, если я ничего не путаю. Напишите в комментариях, если что не спутаю, жумный. Первая помощь. В своем магазине пожарная машина. Пожарная сигнализация. Починено так. Пожарная незаконная травма позвоночника. Так, что вот так. Мужчина свалился, пытаясь спасти своего кота. Вероятно, сломал оператор определенное место во время разговора. Оператор показал отряду номер 4 прибыть на место происшествия. Оператор сказал мужчине оставаться на земле, чтобы не ухудшать свое состояние. Это было верное решение. Отряд прибыл на место происшествия. Подальше доставили границу. Так. Сора. А, кот на дереве тоже дает? Ну, сори, не знал. Если что, езжайте на кота, это вполне возможно. Ну, я на кота обычно не отправлял, мне, в принципе, это не интересует. Раненый преступник. Почему преступник? Так, оператор позвонил, ранили ножом в ногу. Бедро — это формальная нога, а торс, ну ладно. Руслан Казаков повышен. Абонент не хотел говорить, где находится. Абонент был неразговорчив и решил повесить трубку. Место происшествия было определено оператором. Оператором сотовой связи. Оператор приказал отряду номер 5 прибить на место происшествия. Дебил. Отряд номер 5 прибыл на место происшествия. Подальше доставили в больницу. Вот. Спасли человека. Вот. Продолжить. Занимательная игруха. Скажу вам так. Вот тут все. Это задача. Первая, по-моему, давайте привезли. Все текущие. Сохраните положительную ситуацию. Давайте так. Сестры показания. Каждый человек должен знать, как оказывать первую помощь. Оператор. Фу, если не слушать, и да, подавно. Люди, подтвержденные панике и сильном стрессе, что будут спрашивать у вас, каким поступить в той или иной ситуации. Очень важно, чтобы вы знали инструкции наизусть. Это может зависеть чья-то жизнь. Поэтому совет по оказанию первой помощи будет на загруженном экране. Успехов, Герман Герасимов, менеджер Центра управления социальной ситуации. Команда разработчиков Jutsu. Так, в этом сообщении советуется по пользованию ОС. Это оператор. Если вы хотите, чтобы у вас отряд поехал, включив сирены, два же щелкайте. Включи сирены! Случайно передвигается, особенно по региону. А! Ё-моё. Так, это уже не важно. Погода. Что? Сейчас у нас март. Сейчас уже май. Почти завтра май будет. 8 часов прогноз температуры нахуй сколько. Значит, минус 7. Ноль. Не думал, что в Москве такие погоды сильные. Это я думал, у нас только летом была статистика.
Общая репутация завершена смена. Это средняя штрафованная 4 метра в 0, госпитализированная 2, получившая помощь 2, в тюрьме 3. Средство штраф... В смысле штрафа? А, штраф, который я, что ли, им дал? Или что? Ну вот, у нас 200, так, это подвозчик, это мои штрафы или что, я не понимаю, ни черта. Так, вот эти отряды, объекты. Дрон-шпион. Камера контроля скорости, фига, чё так дорого? Система охраны контроля скорости, изолятор. А, типа в машине, поликлиника, точка водособзора, гавань. Что гавань полезная штука, если бы добавить новый отряд. Да, ну все, это мы рассмотрим в следующей серии. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, звоните в 9 в 1 112. И всем вам удачи. Подходите в плейлисты, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока!